Уважаемые жители Волховского района, обратите внимание на состояние электропроводки в вашем жилье. Для того, чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования. Нельзя использовать провода и кабели с поврежденными или утратившими свои защитные свойства изоляцией. Не применяйте для цели отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского изготовления. Не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неизолируемые электрические сети. Не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями. Не завязывайте и не скручивайте электрические провода и кабели. Не оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами, на которые допускается их эксплуатация без надзора. Не закрывайте электрические светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. Запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели. Не применяйте в качестве электросетей радио и телефонные провода. Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких.